Добрый день, сегодня хочу показать, как на тюнер Тигер многих моделей, например, 4100 или 4160, 4050, подключить Wi-Fi. Выше 100, например, потому что подключение Wi-Fi практически везде одинаково. Что здесь необходимо? Нажать кнопочку меню, зайти в пункт расширения, выбрать необходимые настройки, вот пункт, и вот здесь находится пункт Wi-Fi. Как вы видите, здесь он автоматически нашел, выбрал, и осталось ввести только необходимый нам пароль, после чего он должен заработать и открыться. Сейчас мы это и покажем. И здесь мы нажимаем ОК. Адрес получен. Замочек открылся в данном случае. И Wi-Fi, вон загорелась птичечка с этой стороны. То есть наш Wi-Fi подключился. И, скажем, следующая операция, мы можем уже подключать, например, шаринг. Удачи!